Значит, этого не знаю. Прям, ребят. Да, я уже Да, я видел, уже блядь, видел, блядь. как преступника просто Преступника убили, просто блядь. убили, блядь. Покажите клинки, соратники. Фрайгулы насмерть будут стоять за королевы льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Вообще не даже почувствовать. Ты что там, что все, заебался? А? Заебался ебашить? Я, да, заебался. Не, что все спрашиваю? Да, да, блядь, уже что-то утомило. Пиздец, тяжкая хуйня, нахуй. Да как я заебался? На шамане на этом ебаном восхилить, да? Сука, такая дичь. Ну, готово? Да, влетаю. Ну, получается, лича мы сегодня хватит по добьем, правильно? Да какой лич, блядь, мы принцов-то нахуй или осилили, блядь. Там на будущее на охотницу работает стан, притяжка, откидывалка, чтобы вот эта залупа на вред не ебашила. Вот этот свой обстрел ебаный. Хотя вроде захилили. Вон охотница, сейчас она не кастует, смотри. С два паладина со станом есть. Сейчас когда начнет кастовать. Выходите, я кстати. Сдам. Ладно, ребят, выкиньте, ничего. Я просто кнопку нажимал, чтобы попиздеть. О-о-о. Убили быстро, мобы тонкие. Он охотится, смотри, сейчас когда начнет каст, надо ей стан дать какой-нибудь. Или притяжку. Вот не этот, вот этот вот. Давайте, стан, притяжка. Не уходим ничего. А. Не уходим ничего. Это на притяжку тоже, что ли? Ну ясно, пуг. Не получилось, не фартануло, называется. Да. Так, кстати, не знаю, что я другим заблуждением вводит. Понятно? Все ясно? Это все из-за того, что, блядь, я не шмот на НХ выпал. Это на Валю и все? Да. Бомжей призвать. Ну, всю пачку не агро, он справа вот этого одного. Вот этого одного агрыш. Они по кул пачке только приходят. Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Вы там ПС-а не стойте, блять, под вертушкой, нахуй. Под ебалом тоже не стойте, блять. Сзади стойте. Ну, вообще РДДшники там как бы это 40 метров можно стоять. То есть смотрю, так. Дамаг от вертушки получил. Для тех, кто не в курсе. Конечно, 40 метров чилишь. Я просто чилю, блядь.
Показываю гайд на Аршаме, как бить, короче, этого моба. Смотри, вот бьешь, хуяк отбегаешь. Хуяк ноль урона, нахуй. Гайд просто, хил он показал. Это демон на хиле. Пиздец. Ноль урона. Получено. Я за лужину могу автоатакой бить, ебать. Так на ком копье-то? Это нету ни на ком. Это ждать надо первое копье. Там еще гайд был, как пельмень поймать на этом, на тохлопузе. Угу, ну там пиздец, блядь. Не успел выпрыгнуть за пятку, за дело, блядь. Напали, но пал как бы где-то далеко. Паладин там висит. Ревностный прокнул, бля. Не дайте Финкельштейну. О, я подхожу. Я ему этого дал. Лоха. Лоха, блядь. Лоха дал. Ну, Light of что-то там называется. Возложение рук, ну. Light of Hands. Только не Light, а какая-то другая хуйня там. Чем-нибудь какой-нибудь Lane, блядь. Ребята, вы знаете, что копье нельзя выбрать из инвентаря? Типа, ты нажимаешь да, он дает тебе ошибку. Хуево. Попробуйте. Ходил с кем-то, блядь. Бейте. Копье кидают, короче, копье просто заебашили, блядь. Никто не подобрал. Просто... На мне. Просто заебашили копье. Кто-то спиздил копье, блядь. Мы Вальку убить нахуй не можем, нахуй. Если ее не бить, там в этот щит она, по-моему, не хилится, да? Ну, блядь. По-моему, он сам по себе ее хилит. Я не знаю, нахуй, надо читать. Ну, дотки по-любому висят. Вот, смотри. Она периодически сама, по-моему, хилится какой-то хуйней там. Не зависит от урона, входящего в щит. Ну, короче, блядь. Мне кажется, надо с одной стороны, где ДК, ханта поставить бить, а с той стороны, где протопал, надо ДК поставить бить, чтобы он оковами помогал, если что. Ну, типа, там, как хотите, блядь, но мне так кажется. И поменьше урона лутать, чтобы я по мане не высох. Покопал. А где там поставить ханта? Короче, слева хант и шо все, справа протопал и анхолик, а остальные как хотите. Давай, так, я по центру буду ставить. Вы РДДшники просто. Это я там к тому, что... умеете, да, там летать, там хилит, там то, что там дамажен, да? Эти, ну, летать, хилить, курсы, летать что? Будет он, этот, холипал, я тут с вами. Все, там варлок может там эту собаку, да, там вызвать, там доспех. Только я... Когда попрошу ДК, он должен включить стойку крови, чтобы больше отхиливал Вальки через частицу. А через Лока не будешь? А через Лока? Через Лока тоже можно? 20% да. На Локе висит доспех. Поставьте на Лока метку. Ну и все. Не, я понял. Ну, звездочка на Локе стоит, он доспех нажал, через него... Еще усиление, ёбнуть. Усиление магии. Так... Ты же хилил, да, паладин Герри? Да. Все там. Не знаю, там что-то заходить, надо стак обновлять, там дохуя не лутать. Ну, там типа они дамажат, надо смотреть, чтобы не убило, как бы, и обновлять просто их. Подавителем. Подавление убивайте сначала, потом уже все остальное. Магу заебашь с той стороны. Ну и так, вот чисто по-человечески, нахуй. Вы там у ворот не стойте, где мобы выходят. Я до вас бегать не буду, вы подохнете, как бичи, нахуй.
Вот, вот так вот, да, поближе. Ждите трэш, нахуй. Не бегите к нему, нахуй, потому что я один хил. А, у нас хил в центре стоит. Да. Та же самая проблема, что и на Келесе. Он с характером. Не, ну нахуй, ну хотите сдохнуть, сдохните. Можете там стоять, нахуй. Я просто от одного до другого не добегу, вы подохнете. Так, забирайте, там толстый вышел. Ты это говоришь, будто вышли. Шуман не мобильный персонаж. Подавление, подавление вышли, подавление убивайте. Что все, можно оковы хоу покатить. Чтобы меньше дамага было, так. Исторгающий вышел. Паладин, поближе сюда жди, как мне. Стаки убили, да? Давление вышло. Че, пауна? Ну, падаем, тут что, мать. Падаем. Конечно, как бы, можно. Как бы я говорил, блядь. Нет, стоп, стоп, маслец у кого есть? В чат напишите. Плюс, так, лично. Только ко входу, подойди, чтобы потом не сагрить, когда встанешь. Ну, я уже дал ему диван. Ты видел, где он стоит? Пал, ты точно хилил эту хуйню? Там себя успеваешь прохиливать, долетаешь. Тебе нет задачи все собрать облачка, которые там висят, и шкурить. Снимай ДК дивана, Мирай. А там еще болитель должны не убить. Я трай нахуй, и все нахуй. Лофаюсь. Последний пул. Рано, да, рано. Что ты набрал мод на Энха или Ваишу? Ну, блять. Ну, получи. Типа залупа это все нахуй. Надо убить, то пуха падает на танк. Ну да, я согласен. Пуха зависит. Ну, ДК, сними диван, умри. ДК, блядь, я ж попросил уже давно, блядь. Там типа, блядь. Шо вы? Шо вы трочите, блядь, всех нахуй. Всех. Я еще вылетел, блядь. Пал, ты точно, еще раз прошу, ты точно в курсе всего прям? Все, что я там... понял тебя, про меня урон идет, хуяет или что? Ну, ты сказал, да, но был. Ты сказал, блядь. Летал, знаешь. Я же тебя спросил, ты в Гере хилил? Хилил. Вот, теперь я объясняю тебе, блядь. Здесь стаки не то, что в обычке. В обычке ты хоть их миллион накопишь, где будет ноль урона. А здесь они дамажат. Чем больше стаков, тем больше тебя дамажат. Поэтому, блядь, ты залетаешь. Не все облачка собираешь. А собираешь там 3, 4, 5 там, и перед выходом одно последнее собираешь. Вот. И себя прохиливаешь, потому что дамаг по тебе растет. Хил твой тоже растет, но дамаг растет. Тебе надо. Я по стакам тебе по количеству не скажу. Ну там 20, может, стаков наберешь, и все. Дальше ты залетаешь и берешь там один стак. И обновляешь, ну, чтобы оно не спал с тебя, баф. Там, то есть залетел, там один стак забрал, и перед выходом еще один. Там, то есть посчитал там в уме там 10 секунд. Хуяк вышел. И главное, себя захиливай, потому что у тебя будет дамаг идти. Вот. Ты еще когда. И еще когда выходишь, там еще смотри пониже, старайся улететь, чтобы от падения меньше дамага получить. И захиливайся. Ты, конечно, не раздру, блядь, тебе посложнее с этим. Ну, блядь. Ты просто летаешь, как в обычке, чилишь, такой думаешь, ага, блядь, а стаки-то на тебе копятся. Ты 40 стаков накапливаешь, там неотхиливаемый дамаг. Тебе надо оверхилить, блядь. А ты сам себя не успеешь так захилить. Так что, блядь, хиль шоком с вспышкой себя подхиливай. Вспышки тебе хватит, она быстрее света кастуется. Поднимите меня, я тут чуть в сторонке лезу. Ну, короче, если сейчас выпнемся, я просто спать ложусь, потому что уже, блядь, третий час ночи, нахуй. Поднимите меня.
Блять, нахуй так далеко умер. Мне вот интересно, его если поднимать, будет сейчас спулить босса или нет? Не, не спулить. Сейчас резко. А в Тумору до скольки у вас РТ было? Там до 12. Ебать, ты во сколько? В 5 ложился, что ли? Ну, почти. С одной стороны, хорошо, что не развалились. Да, теперь хоть посыпаться будет. Ну да. Ну на работе поспал. Ночные десятки, ебать. Хуй выспишься с этими ночными десятками. Я ебал нахуй эти десятки, нахуй, чтобы я еще пошел, блядь. Недавно говорил, что, блядь, надо собрать, наверное, да, в субботу там на 8 число. Да, ну так, блядь, сегодня-то не суббота, нихуя сегодня, блядь, вообще, блядь. А что тут осталось-то все, блядь. Проф, проф, лана, бальта. Я таких слов не знаю даже, блядь. Проф, лана, что это такое, блядь. Ну че вы, блядь, дрочите там, блядь. Да, Павел жрет, да? Не жрет даже. Жри, че не надо. Мне это не надо. Че, Павел не жрет? Пула не хилишь, что ли? Типа, крылья отдаешь там, блядь. Не хилишь, типа. Ну похуй, что давайте, что-то раз он готов. Если бы они сделали, что падает одна героическая печенька с Герри в десятке с лича, я думаю, народ бы ходил. С лича, блять. Да там и 5 не хватит, нахуй, чтоб туда ходили, блять. Не, ну одна, нахуй. Не, с квартальных по одной я бы ходил. Синдры с лича. Хотя бы синдры с лича, блять. На самом деле даже достаточно было бы одной, потому что набирали бы рейды банально. И челики просто одевались, а топовые... Давление справа. Толстого заберете, сейчас он убьет Хвалепала, блядь. Уберите Толстого, заберите, пожалуйста. Да он забрал уже. Спасибо, блядь. Давление уже добейте. Да, походу вы хотите... Хотите, чтобы я спать пошел, блядь? Нихуя не хочу. Торгающего убивайте, блядь. Первый залейте. Этого, блядь. А ты, анхолик, там, если ты гриб дал... Где танк справа, я не понимаю. Право, протопал должен быть у вас. Вон он там бегает с тобой, блядь. Подавление слева. И ты оковы давай ему, анхолик, а не просто так, блядь. Волдырному этому пидору. Рогающий вышел. Пизда. Баная хуйка. Что, исторгающего убьем? Червей, Нахила. Танки, вы, блядь, что, ебаных червей собрать не можете, шо ли? Подавление слева. Какой там два мага, блядь, стою, бью, нахуй. Никто не... Да нахуй тебе маги, блядь, ты червей собери, блядь. Ну не ты, кто убивает Толстого, тот червей собирает. Я один тут бью. Исторгающего разъебите слева. Берегитесь. Видите, уже каст пошел. Гимн на хп кастуя. Добейте уже его, блядь. Ай, блядь. Вот ничему не учитесь. Вам говоришь, нахуй, в одно ухо летело, в другое вылетело, блядь. Что случилось? Да ничего, нахуй. Вам скажешь один, не запомните, блядь.
Ну, хуй то. Стойте, сука, мобу, ждите ближе сюда, к центру, нахуй. Один хуй поебать всем. А, всем похуй, всем похуй. Ну похуй, сейчас я и спать пойду, нахуй. Бля, ну Войд, ну там тоже подавление же выходит. Я, блядь, прыгаю, пытаюсь фризить, там все идут его бить. Уже не получается стоять же там все время. Я не про тебя, я про танков, блядь. Не, я в целом про всех. Бьет тебя сильно. Давление. Справа. Через себя начинай хилить. Похуй на эту хуйню, на доспехи, на всю эту залупу. А, блядь, я не понимаю, я умираю. Ну, я зато я... понимаю, блядь. Че там? 50%. 20 стаков я набираю, я все равно дохну, блядь. Ну потому что хилить себя надо. Ты себя хилил? Короче, ложимся. Меня на 2 тика убило. Ну понятно, блядь. Ну сейчас за 1 тик тебя убило. Ой. Блядь, чувствуешь, что умираешь, но скинь ты стаки, блядь, вообще полностью. Обнули его, блядь, начни по новой, блядь, наверное. Ну так-то вроде они бьют, вот так смотреть, истощение, еще 4000 показывает по нему. А, ну это просто, видишь, это он там внутри был, там не видно было. Ну так, если снаружи, когда он был, ну било по 4000 по нему. Ну никак нельзя сдохнуть, не знаю, блядь. Ебань, я не знаю. На шаманом нельзя там полетать. Как-нибудь давайте в другой раз уже нахуй с эту хуйню, блядь. Я бы а тут не, вообще не, третьего хила спекнул. Я тоже спать пошел. Пизду нахуй. Пизду, да. У нас такое, блядь. Тут надо сюда надо приходить, надо все четко понимать. Персы должны соответствовать. То есть надо не то, что ты там учишься нахуй танковать или учишься хилить, а надо уже, блядь, знать нахуй. Надо, сука, на зубок все знать, надо все понимать, блядь, из-за чего и когда будет вайп. Вы играете, вы ничего не ждете, ни вайпа, ни хуя. Вы играете, как будто вы в РБК пришли, блядь, осваивать. Вот и получается, блядь, вайп и нахуй расход. Так что как-нибудь другой раз закроем нахуй, блядь. И это при том, что... Блядь, выучите просто. Вот, сука, посмотрите ебучее видео. То есть, что нужно...